Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу вас познакомить с нашим городом, с городом, в котором мы живем. Мы переехали в этот город в 2001 году. По распределению попали мы сюда, переехав из Казахстана в Германию. Нам очень здесь нравится. Мы здесь уже живем 20 лет. И куда бы мы ни ездили, где бы мы ни были, а наш городок, он наш самый любимый, нравится нам больше всех. И мы отсюда никуда не хотим уезжать. Ни по какой причине. Надеюсь, что так это и будет. Поэтому давайте вот сейчас мы идем, отошли от дома, идем гулять. Ну, сегодня немножечко такая погода пасмурная, но в то же время не холодно. Так, градусов 20. Если бы было солнышко, было бы, конечно, теплей. Покажу, что в нашем городе есть, что, какие достопримечательности. Конечно, городочек маленький. Население нашего города приблизительно 25 тысяч человек. Но он настолько уютный и находится в таком расположении, удобное такое. Я бы сказала, знаете, вот если взять, то находится по центру. Мы находимся примерно в 15 километрах от центра города Билефельд. Это достаточно большой город. И также относимся мы к региону, к району Гютеслё. В 10 километрах от нас. Падеборн – это достаточно тоже знаменитый город и немаленький. Находится он в 30 километрах от нас. И примерно в таком же город Липштадт. Вот здесь находится городской парк. Это, конечно, он отличается от парка больших городов. Это так, для прогулки с собачками, посидеть на лавочках. Все ухожено, чистенько, все убирается. Хочу обратить ваше внимание, гулять в парке с собаками не запрещено. Но есть некоторые правила, которые надо соблюдать. Например, если с собачками гуляют люди, то вот стоят вот такие вот контейнера. Здесь находятся вот такие вот мешочки. Ну и за собачкой, если собачка сходила в туалет, за ней надо обязательно убрать. Кстати, а вот и знак, который говорит о том, что с собачками гулять можно. Но скажу вам по секрету, что далеко не все следуют этим правилам. Есть такие некультурные люди, которые все-таки за своими собачками не убирают. Немцы очень верующий народ, поэтому в городе можно увидеть вот такое распятие. В данном случае это распятие находится при входе в городской парк. У нас в городе находится несколько детских садов, также школы. Вот этот детский садик находится прям совсем рядом возле нашего дома. Сюда ходили в детский садик наши внученьки. А теперь они уже обе ходят в школу. А вот здесь находится школа начальная, куда ходят мои внученьки. Старшая уже ходит в третий класс, а младшая пошла в этом году в школу. Обучение в начальных классах с 1 по 4. И школа находится также очень близко возле нашего дома. Даже после того, когда школа закрыта, все равно на территории очень много ребятишек играют. Вот там видно, мамочки привели своих деток. Здесь находится место для того, чтобы детки могли играть. У
У нас в городе находится очень-очень много различных больших и маленьких вот таких площадок для детей игровых. Мои внученьки практически знают все. На эту мы часто приходим с ними. Сегодня площадка пустая, а вообще практически всегда на игровых площадках играют дети. Хотела особое внимание, чтобы вы обратили на чистоту и порядок. И он ведь практически везде. В нашем городе находятся две церкви. Одна католическая и одна евангелическая. Сейчас хорошо слышно, как звонят колокола. Это евангелическая церковь. В городе очень-очень много строят новых домов, и все равно катастрофически не хватает жилья. Вот этот дом уже практически готов. Улицы имеют свои ограничения скорости. Допустим, вот такие маленькие улочки, где находятся жилые дома. Ограничение здесь не более 30 км в час. В городе имеется очень много магазинов. Парикмахерские. И опять магазины. Вы не поверите, но у нас даже бамбук растет. А вот эта железная дорога началась ее постройка в 1901 году и закончилась она в 1903 году. Официальная церемония открытия была в 1903 году. В данный момент вот эта железная дорога, она не работает, она не рабочая, она не в эксплуатации. Но, насколько вот я владею информацией, то эта железная дорога выкуплена нашим городом, и в ближайшее время, в ближайшие годы ее хотят, эту линию, запустить для пассажирских перевозок. Это будет очень удобно, потому что тогда можно будет прямо из нашего города ездить и в Гютеслю, и в Билефельд. Это центральная вокзальная площадь, куда прибывают автобусы, и там находится почтовое отделение. Вот это очень старое здание, жилое, в 1905 году построенное. И здесь все еще живут люди. Вот в этом здании расположен ЗАГС и отделение полиции.
В этом здании регистрировался наш сын. Обратите внимание, как чисто и красиво в нашем городе. Везде вот этот столбах, повсюду у нас цветочки. А вот здесь, в этом здании, находится наш городской совет. А вот это одни из самых старых зданий нашего города. Вот этот построен в 1898 году. А рядом, вот они пристроены, этот построен еще раньше. Этот построен был в 1885. А это городская библиотека. Кстати, раньше, когда мы жили в Казахстане, я работала библиотекарем. Вот именно отсюда, с этого места, начинается история нашего города. Поселение было зарегистрировано в этом городе еще в 1088 году. Тогда была первая запись. И вот с этого ведется исчисление. Примерно в 1512 году была построена часовня Святой Анны. И вот уже в 1577 году вот эта часовня, она стала, расстроилась, вот построили вот такую церковь, и это уже был приход. И вот вокруг этого прихода начала обрастать деревня, стали строиться дома. Вот если сейчас посмотреть, то вокруг церкви находятся очень-очень старые дома. Вот этот дом один из самых старых. Хочу обратить ваше внимание, что вот этот самый старый дом, он все еще жилой, здесь живут люди. Даже если его и будут перестраивать, то вот эти перекрытия деревянные должны остаться. И вот в эту сторону, если посмотреть, дома старые там. Также, если я сейчас посмотрю вот в эту сторону, вот это все очень старые построения. И сейчас я пройду на другую сторону, покажу вам, что там тоже находятся очень-очень старые дома. Вообще в Германии нет таких ровных улиц, как в России. Здесь именно вот если строилась церковь, то вокруг нее, вокруг церкви, начинали строить дома. И таким образом получалось, как будто оно от церкви. Начинали вот так они обрастать домами и расстраиваться. Начинали деревушки, города. Вот этот дом тоже очень старый. Если пройти сюда немного дальше, то и здесь дома. Ну, конечно, они не такие старые, как вот те, что я показала вперед. Но, тем не менее, вот это все тоже еще старенькие домики стоят. Официальный статус города наш город получил в 2010 году. И это еще один очень-очень-очень старый дом. Но здесь нет даты, и он, я так понимаю, не жилой. Я не знаю даже, что здесь находится или находилось. Но если пройти сюда дальше, то здесь вот что можно увидеть. Я где-то читала, здесь находилась еще до того, как образовалась деревня, здесь находилась мельница. Вот это, наверное, она и есть. Да, это была мельница. Вот хорошо там видно. Еще железные вот там шестеренки, что-то там было. Но это уже разрушилось все.
информация, о которой я читала. Я сейчас еще раз посмотрела в интернете. Вот это она и была. Видите, ее до сих пор даже не сносят, потому что это уже как история этого города. Вот здесь находятся школы, но это я снимаю сзади, потом чуть позже я сниму уже с самой площади школьной. А вот здесь находится городское кладбище. Конечно, кладбище в Германии очень сильно отличается от кладбища, как выглядят в России. Но я сильно снимать не буду. Так, чуть-чуть, чтобы только было можно понять, как вообще это выглядит. А вот эта школа. В эту школу ходили наши дети. Вот в этом здании находится спортзал. И вот это уже непосредственно вот школа. Их три здесь. Раз. Туда дальше вот красная два. И вот это белая три. Вот здесь детки наши учились. Раньше это была Hauptschule, Realschule, гимназия. Сейчас это все объединили. Вот осталась гимназия. Ну и, в общем-то, теперь, в принципе, все дети учатся вместе. А вот здесь работаю я. Вот это белое здание. Оно большое. Это я его снимаю только с одной стороны. Но сейчас у меня выходной, а с понедельника у меня отпуск. Не могла не снять эту школу. Это еще одна начальная школа, в которую ходил наш сынок. А теперь нашему сыночку уже 31 год. Сегодня в нашем городе проходит фестиваль вина. Конечно, не в таких больших масштабах, как это было раньше, но из-за пандемии, но тем не менее, все равно что-то делается. Сейчас мы хотим с мужем туда зайти, посмотреть, что вообще там происходит. Вообще в нашем городе очень часто раньше проводились разные праздники. Сейчас их уже 2 года тишина, ничего не происходит, не проходит. Но я очень надеюсь, что, может быть, со следующего года опять все возобновится. Потому что в Германии уже примерно 80-85% населения привиты. Запускают сюда только привитых или переболевших. Ну и если у вас есть тест на то, что вы здоровы. Поэтому вот мы получили вот такие ленточки, и теперь можем пройти.
хорошего здоровья. Нет. Для нас? Да, вам вопросы для нас. А это? Закончилась наша прогулка и знакомство с нашим прекрасным городом. Приезжайте к нам в гости, будем очень рады. На сегодня все. Желаю вам крепкого здоровья. Не забудьте подписаться, поставить лайк, написать ваши комментарии. До новых встреч. Пока.